Короче, есть единственный способ избавиться от этой вакханалии и не обидеть маму. Это заставить ее возненавидеть этот чат. Вот что она сегодня написала? Объявила конкурс на самое смешное название животного. Вот, смотри, я пишу. Скалопендра. Скалопендра – это членистоногая. Без разницы. Пишите все, что угодно. Название животных, клички. Давайте, самое главное, побольше. Выхухоль. Ты бесишь, я хотела выхухоль написать. Тоже пиши выхухоль. Мишка пусть пишет выхухоль, и я напишу. Сейчас мы все напишем, а лучше по несколько раз. Да, потом скажем, этот интернет глюканул. Угу. Еще можно видосов накидать. Смешных? Да без разницы. Смешные, не смешные, самое главное, длинные. Час минимум. И в конце писать всем. Ржака смотреть до конца. Может, я видео с лекции накидаю? У меня по антропологии часов 500 найдется. А ты жесткая. Скидывай. Лекции, фильмы, книги, картинки, музыка, все что угодно. Мы должны сделать так, чтобы ее телефон заплакал. Привет! Ничего себе там в чате бомбежка творится. Меня чуть от вибрации телефон не укачало. Да, жесть, скажи. Удалять, наверное, его надо. Ты что? Наоборот же классно, что у нас общий чатик наконец-то ожил. Я сейчас туда еще всякий прикол добавлю в чат одноклассников. Вы вообще оборжетесь. Сереж, скалопендра – это вообще-то членистоногая. Думай еще.